Творческий конкурс «Мое родное Подмосковье» подошел к концу. Торжественное награждение участников состоялось накануне в Химках. Победители определили по трем номинациям – лучший рисунок, фотография и литературное произведение. Укрепление межэтнических отношений и культурный обмен между представителями различных национальностей Подмосковья. Главная идея конкурса легла в основу работ участников. Их возраст, в свою очередь, не имел ограничений. Самому старшему конкурсанту исполнилось 85 лет, а младшему 4 года. Всего за победу сразились более 10 тысяч человек. Лучшие работы отбирала экспертная комиссия из 30 членов жюри. Среди них представители Общественной палаты Московской области и регионального консультативного совета по делам национальностей. На торжественной церемонии награждения в ДК «Родина» для гостей выступили творческие коллективы «Химок». Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.